Вероника Кравчук. Сегодня знаменитый французский бренд «Лис Шармель» совместно с салоном «Эстеля Дани» открывают второй бутик в России. События пройдет дефиле «Лис Шармель», которое погрузит вас в атмосферу элегантного французского стиля. Здравствуйте! Сегодня официальное открытие второго бутика «Лис Шармель» в сети салонов «Эстеля Дани». Расскажите поподробнее, почему пришла идея открыть именно его в европейском? Ну, во-первых, европейский – это центр, это очень популярный молодежный торговый центр. И тем самым, открывая бутик «Лис Шармель» именно в европейском, мы позиционируем белье «Лис Шармель» несколько иначе. Даже сама атмосфера, которая здесь царит, это, в общем, достаточно модно, достаточно современно. Это чуть меньше гламура. Сегодняшний показ, он несколько отличается от других показов. Мы взяли в саму атмосферу европейского, динамичная, модная история такая, соединили с открытым подиумом. У нас сегодня модели будут практически у всех на глазах. Здесь будет такой, это а-ля флешмоб. Écoutez, aujourd'hui, c'est un grand jour parce qu'effectivement, c'est l'ouverture de la seconde boutique Lis Charmel qu'on a le plaisir de faire avec notre partenaire, en fait, Estelle à Moscou. Donc, c'est un grand jour. C'était un plaisir, en fait, l'ouverture, en fait, de la seconde boutique, en fait, Lis Charmel ici au centre, en fait, Evreposki, parce qu'il y a vraiment toute une grosse, en fait, activité qu'on a au niveau lingerie, avec déjà des très belles marques qui sont présentes, avec une boutique Estelle à Store. Et ça semblait important pour nous et notre partenaire d'ouvrir aujourd'hui cette boutique, en fait, Lis Charmel dans ce centre très connu en lingerie. Скажите, пожалуйста, о новой коллекции. Здесь представлены очень красивые цвета. Ben là, on est au tout début en fait du printemps, et donc on a à la fois des coloris printaniers avec ici effectivement des blancs et des nacres, où on a un travail à la fois de très belles broderies en fait italiennes, de soie et de dentelle en fait de Calais, et on a également tout un travail qu'on va retrouver sur des imprimés qui sont printaniers avec des fleurs, avec des feuillages, et on va retrouver également des très très belles broderies italiennes qui viennent reprendre des tons coordonnés en fait aux imprimés. Позиции мужчины. Что ты сегодня ожидаешь от показа? Слушайте, я сегодня ожидаю двухметровых красавиц с огромными стройными спортивными ногами, сногсшибательной красоты. Так красиво все сделано, оформлено. Мне кажется, это будет как Шанель, только Лис Шармель. Я надеюсь, будет какая-то красивая стилизация, потому что все-таки белье на подиуме должно быть красиво подано на модели. Ну, действительно, каких-то интересных вещей, которые будут не раздевать женщину, а ее чуть-чуть прикрывать, чтобы нам самим хотелось ее потом раздеть. А чего мы можем ожидать от показа нижнего белья? Красивых и удовольствия, красивых девушек. Ожидаю влюбиться в очередную коллекцию. Вы знаете, белье всегда очень красивое, у них очень красивые коллекции, поэтому я думаю, что показ будет запоминающийся. Вообще женская красота, это потрясающе, особенно когда это в какой-то красивой одежде, ну как, например, то, которую мы сегодня увидим, это вообще великолепно. Прихожу на их показы, и меня вдохновляет та сексуальная женственность, которая представлена в их коллекциях. И это как раз-таки является узнаваемым лицом бренда. Не так просто найти модель, которая бы сидела, которая бы держала форму, которая была бы еще и красивой, и тебя вдохновляла. Поэтому сегодня так много женщин, которые пришли посмотреть на новую коллекцию. Так много мужчин, которые пришли посмотреть на женщин, которые пришли посмотреть на эту коллекцию. Information.
любимый комплект от этого бренда? А у меня есть комплект кружевное бюстье и плавочки удобного покроя, но за счет кружева они смотрятся сексуально, они нежно-розовые, это, конечно, комплект навсегда, потому что это классика. Такое белье телесное, чтобы можно было надеть любого цвета одежду. А так мне нравится, да, пожалуй, черное. Я достаточно загорелая, поэтому на загорелом теле хорошо смотрится и цвет шампанского. У меня несколько таких комплектов, они невероятно красивые, с кружевом. Ну, конечно, это все равно черное и телесное. Телесное, потому что это нужно под разную одежду, а черное, это потому что это очень выразительный цвет. Почему еще темно-серый очень красивый? Ну, да. Ну, это тебе виднее. Такое изумрудного цвета с белым кружевом и с бусинками посередине. Потрясающая коллекция, которая отражает истинную женщину. С вами была Вероника Кравчук. I love Fashion TV. I love Fashion TV. I love Fashion TV. I love Fashion TV. We love Fashion TV. I love Fashion TV. I love Fashion TV. We love Fashion TV. I love Fashion TV.